18 января православные верующие отмечают крещенский сочельник, канун Богоявления или крещения. Во всех церквях совершается великое освящение воды. По церковным канонам в крещенский сочельник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку и набрать освященной воды. А некоторые смогут еще и окунуться в ледяную воду. Сегодня утром чин великого освящения воды в храме святителя Митрофана Воронежского совершил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Крещенскую ночь в Воронежской области ожидается рекордное число желающих окунуться в ледяную воду – более 22 тысяч человек. Подготовлено 188 купелей. Одна из них оборудована на Адмиралтейской площади в Воронеже. Здесь ожидается не менее 1500 любителей испытать непередаваемые ощущения. Съемочная группа «Свик ТВ» будет присутствовать на этом масштабном мероприятии и подготовит репортаж, который вы увидите 19 января.